Я очень занят. Я ищу Эвелин Паркер. У нас тут такая не работает. Раньше работала. Что с ней стало? Наверное, исполнила мечту всех кукол и охмурила какого-нибудь богатого оленя. Мой тебе совет. Попробуй лучше Рокси из второй кабинки. Жопа такая же круглая. Остальное чип доработает. Разницы не почувствуешь. Я вижу, ты человек деловой. Мне кажется, мы с тобой договоримся. А мне кажется, что ты маньяк, который охотится за своими бывшими по всему городу. Ну это ладно. Я тебя слушаю. У тебя есть инфа, у меня Эдди. Честная сделка. Назови цену. Ты что-то попутал, мальчик. Тут за Эдди покупают шлюх, а не стукачей. По-твоему, я похож на шлюху? Я видел каталог. Ты даже на самого захудалого из ваших мальчиков не похож. Скорее на подтирку для члена. Ах ты! Наглый хер! Да ты просто король допросов. Ты не помогаешь. Что теперь? Жаль, ты не умеешь говорить с покойниками. Хотя нет, ты только этим и занимаешься. Короче, посмотри его деку. Да, точно.